Итак, Роуз Ноус Прокс. Нормальный человек, не имея такого имени, пишет: очевидно по его виду, что он очень богатый, ему нужны только деньги. Не нужно быть сильным психологом, нужно замечать и уметь различать. Конечно, друзья мои, я вообще хочу вам сказать, что в действительности я тот человек, который смог стать богатым человеком. Я ребенок седьмой из семьи, из семерых детей. И я на сегодняшний день, около 50 лет мой возраст, прошел школу жизни, давно занимаюсь бизнесом, у меня достаточно крупный бизнес, я им занимаюсь профессионально, и я на нем хорошо зарабатываю. Зарабатываю ли я на школе? У меня есть на чем зарабатывать, но на школе я тоже зарабатываю. Почему? Почему бы не зарабатывать? С каких пор вообще в наших странах зарабатывать на чем-то, что приносит людям пользу, является плохим и является чем-то нехорошим и так далее? Я вообще вам хочу дать совет. Обучайтесь у тех, кто умеет зарабатывать. Обучайтесь у тех, кто смог победить болезнь. Обучайтесь у тех, кто успешный. Вот смотрите, почему я считаю, что у меня надо обучаться. Потому что у меня прекрасная семья, я люблю свою жену. У меня куча детей, которых я обожаю. Я живу в прекрасном доме, у меня великолепный бизнес, я обожаю своих учеников. У меня все в жизни хорошо. Я счастливый, молодой, здоровый, преодолел тяжелую болезнь и так далее. Достаточно умный, люблю маму. У меня не бывает депрессии. Так у кого необходимо учиться, я не могу понять. Так надо тогда учиться у меня чему? Ну, быть таким же человеком, как я. А чему я обучаю? Ну, так вот этому я обучаю. И когда человек говорит: ну, а у кого нужно учиться? Ну, так есть у кого учиться, у этого же Коли можно. Ожирение, сахарный диабет, гипертоническое заболевание. Говорит ни о чем, всех посылает, говорит о том, что плохие все. На самом деле это одна из особенностей. Хотите обучаться у фриков? Тогда нужно обучаться у фриков. Считаю ли я себя фриком? Я не считаю, но люди считают. Если люди считают, пусть меня не слушают, у меня не обучаются. Я же не насилую никого. Я все время говорю: хотите слушайте, не хотите не слушайте. Очень часто люди почему-то думают, что все, не будем смотреть, отпишемся. Да мне вообще все равно, вообще все равно. Отписывайтесь, не нравится — не слушайте. Дело в том, что в большинстве своем это я делаю одолжение, что я этим занимаюсь. Почему? Если этого ничего не будет и не будет школы, я все равно, как и раньше, буду зарабатывать. То есть это просто моя общественная работа. Я сегодня в пятницу мог бы сидеть дома и уже бы там жарил шашлыки и ел бы, там молился кому-то возле своей статуи и молился бы на свою семью и там читал бы мантры. Поверьте, от этого бы у меня ничего там не убыло и не прибавилось. Сегодня бесплатный семинар или бесплатный вебинар. Я полтора часа буду перед вами разговаривать. Это где же я здесь в этом заработал? Или я вам сейчас пихаю свои семинары? Или пихаю, чтобы вы срочно там что-то покупали? Послушайте, люди думают, что это они мне делают одолжение, что смотрят. А на самом деле это не так. Все люди, которые выходят и пробуют что-либо делать для других людей, могут делать по двум принципам. Первый принцип – это желание что-то продать, и второй принцип – сострадание. У меня есть и первое, и второе. Я и желаю что-то продать, и у меня есть сострадание. Поэтому вот так все устроено. Я сострадаю, и мне хотелось бы, чтобы люди не проходили такой путь тяжелый, который был у меня. И я бы хотел, чтобы люди могли разобраться в том ужасе, в котором они оказались, и пусть это будет за счет меня тоже. В бесплатном доступе, в платном доступе. А почему в платном? Пусть у кого-то появится благодарность, и меня отблагодарят. В бесплатном, пусть кто не может отблагодарить, смотрит это бесплатно. Там 2500 видео, которые я заснял и которые я опубликовал на своем канале, они все бесплатно. Там и о том, как убрать долги, о том, как справиться и как выйти замуж, и о том, как справляться с психическими там проблемами. Там куча всего, там что-то, и как исцелять, и как целить, и как там руки прикладывать, о чем думать, и что такое там астрология, там чего только нет, чего тики нема. Вы уже слушайте, там бесплатного, вот так, 2500, из них где-то 50% по часу. Вот 1000 часов информации бесплатной, что деньги прошу за это. Слушайте, лишь бы у вас было желание и время.